Привет, Никит. Привет. А мы знакомы? Ну, можно и так сказать. Правда, ты меня не знаешь, но я знаю тебя. А, ну круто. О, слушай, а давай сделаем селфи? Ну, давай. Сейчас, подожди. Никита! Да, Ксюш? А ты ничего не хочешь мне рассказать? О-о-о, сейчас такое начнется! Дамы и господа, встречайте! В синих перчатках непобедимый чемпион галактики Илья! В белых перчатках самоучка Ксюша по прозвищу Проигрыш, которая осмелилась бросить вызов чемпиону. Ну что, посмотрим этот поединок? Бойцы, на середину арены! Бойцы, ну что, начинаем? Пожмите руки. И бокс! Давай, бей ее! Справа, справа! Да, справа, давай! Давай, бей ее! Бей, бей, бей! Бей сильнее! Посмотрите, и мы видим, что у чемпиона галактики явное преимущество. О нет, боже, что это? Нокаут! 1, 2, 3! О да, непобежденный чемпион остается чемпионом галактики! Привет. Привет, Никит. А тебя что, мама в школу привела? Нет, а с чего ты взял? Так значит, не мама? Да нет, чё ты прикопался ко мне? Я что, тебе мелкий какой-то? Да нет, не мелкий. Просто выглядишь, как будто мама привела. Может, скажешь, чего ты так решил? Скажу, если признаешь, что тебя мама привела в школу. Да честно, я сам хожу в школу. Эх... Сколько лет мы с тобой дружим, а врать ты так и не научился. Ладно, не хочешь говорить, ну и не надо. Сейчас придут остальные в класс, тогда и признаешься. А, понятно, опять твои шуточки. Ну-ну, посмотрим. Посмотрим. Всем привет. 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 Дань, вот ты как самый умный в нашем классе. Посмотри на Никиту и скажи мне, ты тоже видишь, что его в школу мама привела? Тут даже самым умным не нужно быть, чтобы это понять. По-любому или бабушка, или мама привела. Ха-ха-ха, очень смешно. Да по вам же видно, что вы сговорились и просто хотите меня разыграть. Дань, разве мы с тобой о чем-то договаривались? Нет. Угу, так я и поверил. Но можешь не верить, дело твое. Сейчас Ксюша придет, тогда и поговорим. О-о-о, я бы на твоем месте не надеялся на нее. Она ведь может подумать, что тебя не мама привела. Так и будет. Она, в отличие от вас, знает, что я в школу с мамой не хожу. Нет, Никит, ты, наверное, не понял. Она может подумать, что у тебя кто-то появился. И если это случится, то потом такое начнется, что ты не будешь этому рад. Уж поверь мне. Дань, ну хоть ты скажи, вы же прикалываетесь, да? Никит, на твоем месте я бы признался, что тебя мама привела. Да вы достали! Я же сказал, я в школу сам хожу! Хорошо, тогда откуда у тебя на щеке? Никита, смотри на щеке! На щеке смотри! Привет! Привет! Сестренка, а ты случайно не видела маму Никиты, когда заходила в школу? Нет, а что? А бабушку не видела?
Ни бабушку, ни даже дедушку Никиты я не видела. Никит, о чем они? Да я сам не знаю, они какие-то странные сегодня. Илюш, может, ты скажешь, зачем вы спрашиваете? Никит, пошли в коридор, нужно поговорить. Ну, пойдем. Никит, ну вот объясни мне, как так получается? Если тебя мама не приводила в школу, тогда откуда у тебя на щеке помада? Сейчас объясню. Это все одна девочка. Так, минуточку. Я, конечно, все понимаю. Но ты не забывай, Ксюша моя сестра. И если ты ее обидишь, то я за нее... Да нет, Илюш, послушай. В общем, когда я пришел в школу... Привет, Никит. Привет. А мы знакомы? Ну, можно и так сказать. Правда, ты меня не знаешь, но я знаю тебя. А, ну круто. Я смотрю ваши видео. Вы очень классно снимаете. Можно сказать, что я ваша фанатка. А, понятно. Круто. О, слушай, а давай сделаем селфи? Ну, давай. Сейчас, подожди. Все, давай. 1, 2, 3. Эй, ты чего? Круто получилось. Спасибо. Ненормальная какая-то. Ну вот, как-то так все и было. Я вообще ни при чем. Понятно. Главное, чтобы теперь Ксюша это фото не увидела. Да уж, не хотелось бы. Ну хорошо, а ты ее раньше видел? Нет. Слушай, нам нужно ее найти и удалить это фото. Да я бы с радостью, но где ее искать? Ладно, пошли в класс, потом что-то придумаем. Пошли. Никита! Да, Ксюш? А ты ничего не хочешь мне рассказать? О-о-о! Сейчас такое начнется! Зато мы теперь знаем, что это точно не мама. You and me stuck on the ocean now. Nothing but waves and they're spilling in. I wanna dry up, but you just keep on going, don't you? I don't even know how we got here. All my reasoning have disappeared. I wanna bury the hatchet.